Готовим вкуснейшее летнее блюдо с кабачками и баклажанами. Начнем с кабачков. Нам понадобится 2 средних кабачка. У меня молодые, поэтому кожицу я не снимаю. Нарезаем кабачки на вот такие вот кружочки, примерно 0,5 см толщиной. Не нарезайте слишком толстыми кусочками. Старайтесь, чтобы все кружочки были примерно одинакового размера. Теперь баклажаны. Отрезаем все лишнее и тоже нарезаем на кружочки. Примерно такой же толщины, какой мы нарезали кабачки. Около 0,5 см. Выбирайте баклажаны продолговатой формы, не очень крупные, чтобы удобно было нарезать на кружочки. Примерно так должно получиться. Нарезанные кабачки и баклажаны перекладываем в глубокую посуду и заливаем слегка подсоленной водой и оставляем на 15-20 минут. А пока подготовим остальные ингредиенты. Нам понадобится 2-3 средние луковицы. Нарезаем лук достаточно мелко. Вот что у меня получилось. Теперь на сковородку выливаем растительное масло и в уже хорошо разогретое масло высыпаем нарезанный лук. Обжариваем лук несколько минут до появления легкого золотистого цвета. Подготовим теперь томаты. Нам понадобится 3-4 спелых томата. Выкладываем их в глубокую посуду, заливаем кипятком и оставляем на 5-7 минут. Затем сливаем воду и очищаем томаты от кожицы. После такой процедуры кожица снимается очень легко и быстро, без всяких усилий. Теперь помидоры нарезаем на вот такие вот небольшие кусочки. К этому времени лук уже стал полупрозрачным и немного золотистым. Добавляем в сковородку к луку нарезанные помидоры. Хорошо все перемешиваем и оставляем тушиться еще несколько минут. А пока подготовим сладкий перец. Очищаем перец от семян и нарезаем на вот такие вот небольшие кусочки. Нарезанный перец высыпаем в сковородку. Теперь хорошо перемешиваем все овощи, чтобы они равномерно распределились между собой. И, конечно, в это блюдо я обязательно добавляю несколько зубчиков молодого чеснока. Нарезаем чеснок достаточно мелко. И тоже отправляем в сковородку к остальным овощам. Добавляем соль, сушеный тимьян и еще немного смеси сушеных трав. Все хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились, и оставляем тушиться на небольшом огне минут на 10. А пока нарежем помидоры кружочками толщиной примерно 0,5 см. Овощи готовы, и теперь перекладываем все содержимое сковородки в глубокую емкость и измельчаем при помощи блендера. Примерно вот так должно получиться. Полученный овощной соус выкладываем на дно жаропрочной формы, в которой мы будем готовить наше блюдо. Ложкой распределяем соус равномерно по всей поверхности. Теперь берем кружочек кабачка, баклажана и помидора и выкладываем сверху на соус таким образом, как показано на видео. Выкладываем таким способом все овощи, чередуя их между собой. Теперь подготовим заливку. Нам понадобится растительное масло, немного тимьяна, соль и черный молотый перец по вкусу. Хорошо все перемешиваем. Заливаем этим ароматным маслом овощи и равномерно распределяем. Накрываем блюдо фольгой или крышкой и отправляем в духовку на 40 минут при температуре 180 градусов. Затем снимаем фольгу и запекаем еще минут 20-30 до полной готовности овощей. Очень вкусное, красивое, оригинальное и полезное блюдо готово! Мы с вами приготовили рататуй, знаменитое блюдо французской кухни. Его можно подать как отдельное блюдо или в качестве гарнира к мясу, рыбе или на праздничный стол. И даже если вы не любите баклажаны и другие овощи, после этого рецепта вы их обязательно полюбите. Желаю вам приятного аппетита и успехов в приготовлении. До новых рецептов. Пока-пока.